Доброго времени суток тем, кто работает в интернете. С вами на связи снова Валерий Иванов. И сейчас я хочу поделиться с вами одним очень интересным сервисом, который способствует вашему достаточно эффективному продвижению роликов на YouTube. Называется он YouTube Monster, и две недели моего изучения полностью подтверждают это название. Это действительно потрясающий сервис, равных ему я пока еще не нашел, несмотря на все мое глубокое уважение к такому сервису, как Pumpit. Про Pumpit я расскажу отдельно, также расскажу и покажу, как в нем работать и что у него есть. Это очень эффективный сервис, один из старейших, я уже много лет в нем работаю и очень доволен. И вот достаточно свежий сервис YouTube Monster. Что общего с Pumpit? Та же самая клиентская часть, которая работает у вас на компьютере и которая просматривает за вас ролики партнеров. И отличие от всех остальных сервисов, что вам не нужно обязательно просматривать ролик до конца, как это сделано. Поскольку во многих таких сервисах, если вы уходите со страницы просмотра, то вам просто не засчитывается и не начисляются ни кредиты, ни монеты, ни там внутренние единицы, которые являются оплатой просмотра уже ваших собственных роликов. Давайте пойдем по порядку, и вы все сами увидите и поймете. Внизу под этим видео есть ссылка на регистрацию. Здесь, кстати, есть реферальная, одноуровневая реферальная система. Вы получаете 15 кредитов сразу в момент регистрации вашего реферала и 10% от той суммы кредитов, которую он заработает. Еще раз скажу, особо хочу подчеркнуть, этот сервис совершенно бесплатный. Но если вы хотите, вы можете купить платные услуги, здесь есть, но это не обязательно. То есть, не вкладывая денег вообще никаких сюда, тут еще и можно заработать. Об этом я тоже расскажу. Итак, переходите по ссылке по реферальной, которая имеется под этим роликом. Вводите аккаунт username, ваш логин, который будет отображаться у ваших рефералов в качестве логина вас как спонсора. Вот здесь он будет, реферал. Дальше вводите пароль повторяете и ящик для подтверждения. Ставите галочку «Я не робот», потом вот здесь ссылочку, ставите галочку, что вы согласны с правилами сервиса, ничего там замороченного нет, нажимаете регистр. После этого проходите на свою почту, кликайте по ссылке активации аккаунта, все, у вас аккаунт активирован, больше ничего делать не надо. Дальше у вас открывается ваш кабинет рабочий, где вы будете работать. Вот по нему мы сейчас с вами пройдемся чуть-чуть подробнее. Для того, чтобы начать работать, вам нужно будет войти с того аккаунта YouTube, который открыт у вас в данном браузере. Вот видите, у меня здесь стоит кнопочка Unlink, то есть я могу уже отсоединить мой аккаунт. А у вас будет здесь красная кнопочка Link, подключить аккаунт. Вы нажимаете на нее. Ну давайте я вам покажу, как это делается. Я выйду с этого аккаунта. Вот YouTube Link аккаунт. Нажимаю Link, и у меня открываются мои аккаунты, которые у меня раньше были открыты в этом браузере. Я выбираю какой-нибудь из аккаунтов и захожу через него. YouTube Monster запрашивает следующее. Управление аккаунтом YouTube. Да, не бойтесь дать ему разрешение. Выберите какой-нибудь, если у вас есть какой-то роскошный авторский канал, оставьте. Возьмите с любого рабочего канала. Наверняка у вас так же, как у меня, не один рабочий действующий канал. Все, вы вошли, и вот дальше начинается самое интересное. Вы пока не можете поставить свои ролики на раскрутку, пока не просмотрите 25, точнее не вы просмотрите, а программа сама просмотрит ваши ролики. Но для того, чтобы программа начала смотреть, давайте я клиентскую часть закрою и открою для вас заново. Вам нужно будет перейти вот сюда, клиент 3.0.0.0, нажать на нее, открывается новое окошко, в нем Open 3.0.0 Beta, и вот здесь нужно будет нажать старт. Вот с этого момента в соседней вкладочке у вас начинается просмотр. Вы можете с этой вкладки уходить. Закрывать браузер ни в коем случае нельзя. И закрывать вот этого клиента, вот эту часть висящую, тоже нельзя. Просто сверните, и пусть, какой ужас показывает, и пусть она у вас висит, и все. И не обращает на никакого внимания. И дальше переходим в рабочий кабинет. Дашборд. Вот наша главная приборная панель. Здесь отображаются у нас заработанные кредиты. Вот у меня 29 тысяч 5 кредитов. И это на самом деле зарабатывает очень быстро. За сутки рабочего компьютера, работающего, зарабатывается 7-9 тысяч кредитов. Это очень много, очень быстро зарабатываются кредиты, которые вы потом можете направить на раскрутку ваших собственных роликов. Дальше здесь имеется у вас notifications, то есть все ваши предупреждения, уведомления. Сколько вы заработали или куда вы потратили, если вы выкладываете какие-либо ролики. Какое время, сколько кредитов у вас было получено за просмотр какого-то определенного ролика. Имеется также ежедневный бонус, вот он, daily бонус.
Как только вы просмотрите 50, это каждые новые сутки у вас появляется возможность заработать 500 кредитов. Как только вы в течение новых суток, в начале новых суток просмотрите 50 роликов, у вас появляется кнопочка Redeem, зеленая такая, вы нажимаете, и 500 кредитов у вас переходят на баланс. Сегодня вот эти 500 бонусов я уже свои забрал, и они уже у меня появились на моем балансе. Следующее меню. My Request. Мои задачи. Это то, что я поставил на раскрутку. Вот видите, 1000 просмотров я поставил, 1001 просмотрела система, 300 поставил, 300 просмотрела, это мои ролики. 850 поставил, 852 система у меня просмотрела. Здесь отображается все. Просмотры, лайки, подписчики. Вот я поставил 12 лайков, 12 система мне поставила. Подписчики и комментарии. Это просмотр тех заданий, которые вы поставили на выполнение. Как поставить самому задание на выполнение? Следующая вкладка идет Add Request. Поставить задачу. Здесь вы вставляете ссылочку, причем ссылку нужно брать только с адресной строки вашего видео. Вот у вас есть видео, вы берете ссылочку вот отсюда. Поскольку вот эта ссылка, если вы берете из меню «Поделиться», она укороченная, она другая, и система ее просто не примет. Поэтому берете ссылку только с адресной строки. Вставляете сюда и дальше выбираете тип вашей работы, что вы хотите. Просмотры, комментарии, лайки или вот подписчики. Но сейчас пункт меню подписчиков находится у нас на реконструкции. Примерно уже дней 5, наверное. А до этого он работал, и подписчики действительно активно подписывались. Я думаю, что компания готовит что-нибудь очень интересное для нас. Но просмотры, комментарии, лайки работают прекрасно. Очень хорошо. Выбирайте тип просмотры. Выбирайте длительность просмотра. Сколько вы? Я рекомендую ставить не менее 30 секунд. 30, 40, 60, 100 секунд. Все в секундах. Дальше, сколько вы хотите поставить единиц выполнения. Если мы говорим просмотры, сколько просмотров? Например, поставили 40 секунд и 1000 просмотров. Значит, 4000 кредитов у вас будет списано. Видите, да? 40 секунд. Умножаете на 1000, но получается у вас не 40 тысяч, а тут идет кратно 10. Поэтому за эту работу система с вас пишет 4000 кредитов. И дальше есть такая кнопочка Advanced Setting, где вы можете выбрать максимальное количество просмотров в час. То есть вы задаете скорость просмотра. И Randomize View Length вы можете поставить здесь произвольную длительность между показами роликов. Тоже выбираете произвольно, чтобы максимально симулировать просмотры реального человека. Для того, чтобы YouTube с максимальной эффективностью воспринимал вот эти просмотры. Хотя и так я скажу, эффективность очень высокая. После того, как вы все эти поля заполнили, нажимаете Add Video и все. И это видео появляется у вас вот здесь вот уже. В My Request вы можете смотреть, что вы заказали. Просмотры, лайки, комментарии или подписки. Еще раз покажу. Если вы выбираете комментарии, то вот в этом поле вы пишете комментарий. Если вы хотите добавить много комментариев, то пишите комментарий через Enter. Ввели комментарий сюда, нажали Enter, следующий, нажали Enter, следующий. Один комментарий стоит 100 кредитов. И вы можете добавить сюда хоть 10, хоть 20 комментариев. И у вас по 100 кредитов за каждый комментарий будет списано. Ну и то же самое с лайками. Вводите. Здесь у вас будет ссылка на видео, где нужны лайки. И здесь будет количество лайков, которые нужны. Один лайк стоит 25 кредитов. Вот я поставил один лайк, 25 кредитов стоит один лайк у нас. Следующий раздел Referrals. Здесь у вас отображаются ваши рефералы. Ну, у меня на этом аккаунте рефералов нет, а у вас, я надеюсь, их будет очень много. Еще раз напомню, 15 кредитов при регистрации с реферала и 10% от его заработка вы сразу получаете на баланс, который можете использовать для продвижения своего собственного ролика. Следующий пункт. Monthly Contest. Это такие пряники от компании. Ежемесячно разыгрывается бонус и дается тому партнеру, кто привлек максимальное количество рефералов. Чем больше рефералов привлекли, тем больше, значит, ваш шанс выиграть вот этот самый бонус, который может составлять десятки и сотни тысяч кредитов. Я считаю, что это очень интересно. И самое главное, вы поймите, чем больше партнеров будет в сети здесь, тем быстрее, качественнее и эффективнее будут наши подписки, и наши лайки, и наши комментарии, и все, что мы делаем для продвижения роликов на YouTube. Следующий пункт – Completion Times. Это время завершения заданий. Время определяется количеством партнеров, находящихся в данный момент в сети. Вот видите, YouTube Subscribers у нас пока находится на ремонте. Пока эта опция недоступна, надеюсь, скоро будет.
комментарии в среднем 13 минут, лайки 5 минут и просмотры в среднем 2 минуты на один просмотр уходит. Чем больше людей в сети, тем быстрее выполняют задания. Но сейчас вот, наверное, очень мало. Может быть, я думаю, люди спят пока еще. Следующее. Лидерборд. Здесь показываются партнеры, кто заработал или кто просмотрел максимальное количество времени. Вот смотрите, Нико какой-то SMTZ, 119 тысяч просмотрел роликов. Где это видно? Вот здесь, в вашем клиенте, который висит, который закрывать нельзя категорически. У меня, вот смотрите, 6176 видео просмотрено. И я вот здесь нахожусь на последней строчке. Видите, у меня место 2785. 6176 посмотрел. 2785 место у меня. Следующий пункт – Promotions. Promotions – тоже интересный пункт. Здесь есть разные предложения от спонсоров и от самой компании. Можно поставить лайк на Фейсбуке и получить 100 кредитов. Можно выполнить специальные задания, там зарегистрироваться в каком-нибудь сервисе, пройти регистрацию и заработать за это разное количество, поскольку имеются спонсоры рекламные, и они выставляют задания. Выполнение заданий тоже позволяет получить дополнительные кредиты абсолютно бесплатно. Также подписаться в Твиттере. И вот интересный пункт, который я тоже надеюсь выполнить и вам рекомендую сделать. Записать ролик о YouTube Monster, любой оригинальный, подчеркивается, ролик. Выложите на YouTube и отправить ссылку. Вот смотрите, посмотрим как. Записывайте ролик. Ролик должен быть больше минуты находиться, в открытом доступе должен находиться. И ссылку на этот ролик отправлять в компанию и зарабатывать за это 2500 кредитов. Как говорится, мелочь, но приятно. Записали 10 роликов, заработали 25 тысяч кредитов. А почему бы и нет? Еще раз подчеркну, самое главное, что это бесплатно, никто ничего, никаких денег не требует, но эффективность у сервиса очень и очень высокая. Следующий пункт. Кредиты. Вот здесь можно будет уже купить. Те, кому мало зарабатывать по 7, по 8, по 10 тысяч кредитов в сутки, те, кому нужны большие объемы, тут можно, пожалуйста, и 25, и 250, и миллион кредитов можно купить. Но если вы покупаете миллион кредитов, вы полмиллиона еще получаете в подарок, в бонус. А если учесть, что, я подчеркиваю, эффективность очень высокая. Что такое высокая эффективность? То есть те просмотры, которые проходят здесь, YouTube принимает практически все. Списаний практически нет. Очень качественные просмотры, поскольку смотрят их действительно живые люди. Ну и, соответственно, рейтинг вашего канала, вашего видео также высоко, также быстро растет. И еще один пункт. Сеттинг. Здесь вы можете поменять просто пароль на вход в кабинет. Все. Вот то, что я хотел рассказать об этом сервисе. Ссылка для регистрации находится в описании под этим видео. И также еще, это не все сервисы, есть еще два сервиса. На них тоже будут ссылочки. Переходите по ссылкам и изучайте, как работает то же самое бесплатно, я подчеркиваю, бесплатные сервисы по продвижению ваших роликов на YouTube. Подписывайтесь на мой канал, задавайте ваши вопросы прямо под этим видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всего хорошего, с вами был Валерий Иванов. До свидания.